предлагает заводской ремонт, диагностику, балансировку и изготовление карданных валов любой сложности на современном оборудовании. Звоните 8 800 555 50 37. Кардан Баланс. Номер. За рулем этого автомобиля давайте поприветствуем еще одного прекрасного пилота — Дмитрий Свистунов. Победитель ралли «Дакар», ралли «Шелковый путь», победитель этапов чемпионата России. Он является механиком экипажа Айрата Мартеева. Речь о КАМАЗе синего цвета, гос. Номер 746. КАМАЗ гос. Номером 592. Это новая модификация, и сам цвет, и кабина, и двигатель находятся в передней части, а то некий утонок. Эдуард Николаевич, насколько я понимаю, поедет на этом рулем которого победитель ралли «Дакар» 2018 года, 17-го, 13-го года. Победитель ралли «Шелковый путь» 2010-го. Заслуженный мастер спорта России Эдуард Николаев. Все, друзья, спасибо, показываю, что готов. Круг почета, приветствую всех зрителей, и сейчас начнется шоу. Друзья, еще раз к родителям обращаюсь, пожалуйста, следите за своими детьми.
спортивных зданий команды КАМАЗ с индексом 43-26. Главные победы в последние десятилетия. Оснащен мощным современным мотором. 16-литровый В. Эдуард техникой, пожалуйста, не пытайтесь это сделать самостоятельно. Ну, вы сами все прекрасно видите. Удачи! Самое главное, девчонки, когда вы садитесь к малому, делайте это в шлеме. Это всего лишь показательное вступление, поэтому пока без тема сам спортсмен и его спутница. Две девушки. И уже для самого Григория места нет. Он будет сидеть на бензобаке, частично на ногахане. Еще и держитесь за впереди сидящего человека. Это очень-очень важно. Очень важно. Только не душите подругу, держись выше за живот. Ну все. Класс! Друзья, акция очень хорошо развитая группа. Нет, девчонки, вы держитесь крепче, пожалуйста. Не бойтесь.
Повторюсь, почему их так называют, они эвакуируют технику, которая, ну, сама уже ехать не может, и, естественно, людей надо спасать, да и вообще оставлять автомобили где-то в пустыне нельзя, вот для этого нужны. У нас одержал победу на КамАЗ. Вот, номер 402. Тому кажется... Да, он на Карине. Это с виду обычный, но кажется, там фарочный аппарат и многое-многое другое. Друзья, есть какие-то вопросы у вас? Готов их нарисовать? Вот так. Вас зовут? И как он? Не дизель, не бензин. Никто.